Среди чемпионов представители спортивных школ Махачкалы, Хасавюрта, Избербаша, Дагестанских огней, а также Акушинского, Дербенского, Кумтаркалинского и Сергокалинского районов. В Избербаше прошел второй республиканский турнир по боксу среди юниоров на призы заслуженного тренера России Данилы Джандарова. За ходом финальных поединков наблюдал Дан Шугом, ему слово. Одним из триумфаторов турнира по боксу в Избербаше весовой категории до 71 килограмма стал махачкалинец Абдулла Чергесов, подопечный заслуженных тренеров России Рашидбека Ахмедова, Салтана Мегетинова и Марата Гашимова, провел два поединка. В них студент второго курса физкультурного факультета ДГУ взял верх над своими соперниками и сделал это вновь в новом для себя весе. Оба соперника были неплохими такими. Оба достойные соперники. Оба соперника были высокими. Для меня это как бы непривычно. Всегда для своих соперников я был самым высоким. А сейчас в этот раз оба соперника были для меня высокими. Чуть непривычно было. Но выиграл, да. Неплохо. Абдулла сразу как бы сформировался, так, адаптировался в новой весовой категории. А вот к 57 чуть вопросы есть. Представители спортивных школ Махачкалы завоевали на турнире 4 золотые медали. 3 из них на счету школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева и 1 на счету школы имени Гайдарбека Гайдарбекова. Ее единственным обладателем оказался Абдурагим Абдурагимов. Воспитанник тренера Магомеда Магомедова провел 3 поединка. Итог финала весе до 54 студента зуботехнического медицинского колледжа города Каспийска пришелся по вкусу не всем. Я старался держать на дистанции, встречать задней рукой и линейкой своей передней рукой измерять расстояние. Мой соперник хотел зайти в ближний бой и там развить атаку. Не ожидали этого, то, что будет вот такое. Один раз кто-то, другой раз кто-то. А я, честно, надеялся на призы этих людей, которые сегодня выиграли наши. Но я не знаю, как это утвердит. Если коллеги не утвердит. Среди победителей турнира также представители Хасавюрта, Избербаша, Дагестанских огней, а также районов Акушинского, Дербенского, Кумтуркалинского и Сергокалинского. Дан Шугом, Паризат Курбанова. Время новостей, Избербаш.